До конца, молодец. Матэ, только ручка ушла. Пошел влево. Раз, два, три. До конца, тащи. Умница. На черте круг ты своей ногой зацепишь его ножку. Зацепить к себе, подвести ручки от себя. Зацепляешь ножку, вот, ты должен зацепить ногу. Пошел. Еще раз. Цепляй, умница, но там смотришь ее в правую сторону, туда. А ты должен, как только нога твоя зашла, ты ведешь ее к себе. Тащишь, пошел, еще раз. Тащи к себе. Раз, два, тащи. Нет. К себе. Как только зашла твоя нога, к себе тащи. Все, пошел. Зацепил. И тащи, умница. Стой на ногах, красавчик. Умница. Еще больше тащи к себе и выпрямляй ручки. К себе и выпрямляй ручки, умница. Вот возвышенность трехугольника. Первый шаг я делаю пяточкой на возвышенность трехугольника, носочек смотрит на него. Ни в коем случае я не вытягиваю на себя, как все приемы броски вперед делаю. Суть приема броска назад, я его вытесняю назад с центра. Я не боюсь соприкосновения с ним и приблизиться. Правой ногой шагаю, раз, правую ручку ставлю на ключицу, изгибом, точнее, мизинчиком и подушечкой ставлю на ключицу и трапецию. Левую ручку опускаю к его ребрам. Два, скрестный шаг. Сокращаю дистанцию. Три. Правой ножкой цепляю его левую ножку и сбрасываю. Взял классический захват. Первый шаг. Правая ножка. Я шагаю на возвышенность трехугольника. Правую ручку ставлю мизинцем и подушечкой на его трапецию. Левую ручку опускаю вниз. С первым шагом. Раз. Движение. Два. Скрестный шаг. Я сокращаю между мной и ним дистанцию. Правое плечо к правому плечу. Правое бедро к правому бедру. Сократил дистанцию. Вытеснил его. Теперь моя задача правой ножкой, я делаю под его левую ножку зацеп. Моя задача зацепить его ногу, выпрямляю ручки и сбрасываю. Раз, два, три. Сократил дистанцию, плечо к плечу, таз к тазу. Теперь отсюда, начиная правой своей ногой, вести его ногу к себе. Полукругом, циркулем веду ножку и выпрямляю ручки. Левая ручка тянет вниз, правая от тебя.